Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Послание к Галатам, глава 4, стих 4. Преподобный Иоанн Дамаскин и блаженный Феофилакт Болгарский обращают внимание на то, что в Писании сказано «родился от жены». Апостол, говорит последний богослов, не сказал «через жену», чтобы не дать оправдания тем, которые говорят, что Господь прошел через деву, как через канал, совершенно призрачно, но «от жены», то есть принял тело из самого существа ее и был плодом чрева ее. И, будучи под законом, принял обрезание и совершил все. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя библейские слова, заостряет внимание на двух благих действиях, совершившихся вместе с Боговоплощением. Это избавление человечества от зол и дарование ему благ. Как бы подводя итог иным прочим толкованиям, святитель Лев Великий говорит о Христе. Рождение его плоти – демонстрация его человеческой природы. Рождение от девы – знак его божественности. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, как говорит апостол Павел в послании к Тимофею. Эта тайна была сокровенной от начала веков, и насколько это доступно человеку, была открыта через апостолов в Новом Завете. Однако обетование о воплощении Мессии было дано еще первым людям, Адаму и Еве. Когда прародители вкусили запретный плод, вместо блаженства и божественного могущества это принесло им лишь страх и стыд. Один лишь змей, который, согласно Апокалипсису, есть дьявол и сатана, радовался погибели тех, кто был предопределен Богом к святости и наслаждению благами рая. Если бы Творец изрек на людей проклятие и воздал им за духовную смерть смертью вечной, торжество сатаны было бы полным. Но Господь не отменяет своего благословения, дав людям надежду, а дьяволу предсказав не просто наказание, а посрамление от человеческого рода, который он намеревался погубить. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бытие, глава 3, стих 15. Семя означает потомство. 70 богомудрых толковников, переводившие текст, поставили местоимение «аутос» не в среднем роде, согласно морфологии греческого языка, а в мужском роде, то есть «он». Иными словами, речь шла о конкретном лице, потомке Евы мужского рода. Как змея с раздавленной головой не может жалить, так и дьявол будет лишен вредоносной силы. Это пророчество называют «первоевангелием», первой благой вестью о спасении падшего человечества. Из священного предания мы знаем, что автором пяти первых книг Ветхого Завета был Моисей. Потому он и включил пророчество в свое писание, что закон был детоводителем ко Христу. Вместе с тем, в Библии слово «семя» ассоциируется с мужским полом. Потомство называется по имени родоначальника, мужчины, семя Авраамова, семя Иакова, но здесь семя жены. Кто же мог родиться от жены, не познавшей мужа? Это пророчество сбылось на сыне Преснодевы Марии, Иисусе Христе. Недоумевая об этой тайне, Дева Мария спрашивала Архангела Гавриила: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Евангелие от Луки,
глава 1, стихи 34 и 35. Змей, то есть дьявол, пытался ужалить Христа в пету, безуспешно искушал его в пустыне, затем воздвиг против него вражду книжников и фарисеев, даже вошел в одного из 12 учеников, Иуду Искариота, и добился предательства и распятия Мессии. Но Сын Божий сокрушил главу змея, сойдя в ад и поправ всю силу дьявольскую, освободил Адама и Еву, простил их грех и исцелил нанесенную змеем духовную рану. Человеческому разуму не дано понять, каким способом Господь Всевышний снизошел в утробу девы, каким именно образом божество не слитно и нераздельно, неразлучно и неизменно соединилось с человечеством. Но нам открыто, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом через причастие божественной благодати. А потому все, что требуется от нас, следовать слову апостола. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Быть рабом Христовым – вот главная цель последователя истинной веры». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.